Здравствуйте, приветствую вас на моем канале. Большинству из нас знакома эта ноющая, тянущая боль, когда ночью выкручивает наши ноги, и мы не можем заснуть. В итоге бессонные ночи, недосыпание, усталость и раздражительность. А ведь ноги – это наша опора на всю жизнь. Причины этого состояния, конечно же, разные, но есть рецепт, уже испытанный не одним человеком, который просто вытянет эту боль из вас. Итак, вам нужно налить в тазик или ведро 2-3 литра теплой воды, чтобы распустить в ней хозяйственное мыло. Туалетное не годится. Нужно, чтобы вода стала белой, как молоко. Добавить по горсти пищевой соды и морской соли. Перемешать до растворения. Добавить горячей воды из чайника, чтобы температура была хорошо теплой, но не слишком горячей, чтобы можно было терпеть. Еще раз все размешать, добавить 10 капель йода и опустить ноги в этот раствор по щиколотку на 15 минут. Внимание! Не минутой больше, иначе начнется обратный процесс. За это время раствор вытягивает из ног всю боль. После процедуры ноги вытрите полотенцем. Не мойте. Можно смазать кремом, помассируйте ступни и наденьте шерстяные носки и ложитесь спать. Раствор каждый раз готовьте свежий. Сделайте 10-12 процедур ежедневно, потом неделя перерыв, дальше по самочувствию. У кого проблемы с венами, раствор делайте не горячим, а теплым. Уже после первой процедуры вы будете спать спокойно. Большинству людей достаточно 10 процедур, чтобы забыть о том, как их ноги дергало и выворачивало. Ну а на сегодня это все. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. До следующих встреч. Пока!